Скандал с платными занятиями в Зыковском детском саду прокомментировала заведующая Ирина Каширина. Напомню, родители, которые водят детей в Зыковский детский сад, заявили о том, что руководство использует помещение учреждения для того, чтобы проводить по выходным платные занятия для взрослых. Заведующая опровергла эту информацию и заявила, что в детском саду проводились бесплатные мастер-классы по рисованию для всех желающих. Участники покупали только расходные материалы, а занятия посещали родители и дети, которые ходят в этот детский сад, а также сотрудники учебного заведения. После мастер-класса в помещении убирались, гигиенические требования не нарушались. Заведующая детского сада написала объяснительную в прокуратуру и в управление образования. Платные занятия для взрослых в детском саду не проводятся. У нас существует определенная программа, которая называется «Академия успешного родительства». Она была создана педагогами при участии родителей-воспитанников нашего детского сада.